Для успешной борьбы с летными происшествиями и предпосылками к ним необходима объективная информация о полете. Без такой информации прогресс в развитии авиации невозможен. Современные самолеты оснащены оборудованием, которое ведет автоматическую запись выдерживания экипажем основных параметров полета, контролирует работу агрегатов авиационной техники. Одним из средств объективного контроля полета является бароспидограф К2-713. Он предназначен для непрерывной регистрации скорости, высоты полета и времени события. Бароспидограф К2-713 состоит из работающих независимо друг от друга механизмов скорости, высоты и времени полета. Весь полет разбивается на этапы по признаку изменения высоты. Нечетные участки – высота переменная. Четные – высота постоянная. Определяются продолжительность каждого участка, максимальное и минимальное значение скорости на них. На четных участках измеряется средняя высота и максимальное отклонение. Вверх – плюс, вниз – минус. Определяется время события. Данные дешифрирования заносятся в журнал. На современных самолетах также устанавливается самописец К3-63, который предназначен для регистрации в полете высоты, приборной скорости, вертикальной перегрузки и времени. Самописец позволяет определить скорость и величину перегрузки при грубом приземлении. В положении переключателя автомат переключение протяжки с малой скорости на большую происходит автоматически при изменении перегрузки на плюс или минус 0,2-0,3 единицы. Переключателем можно установить и постоянные скорости 5 мм в минуту или 5 мм в секунду. Запись производится корундовыми перьями на освещенной фотопленке. При мягком приземлении скорость протяжки самописца не меняется, и определить перегрузку в момент приземления по записи этого самописца невозможно. В журнале делается запись «Посадка мягкая». При посадке самолета с перегрузкой более 1,3 характер записи самописца изменяется. При дешифрировании записи самописца определяются те же параметры, что и по К2-713, и дополнительно максимальная и минимальная перегрузка в полете и перегрузка при приземлении.
объем и количество параметров, подлежащих дешифрированию с целью межполетного анализа, определяется командиром. Для более оперативного использования средств информации, объективного контроля, могут использоваться специальные машины для срочной расшифровки данных возле самолета. Более современным и объемным по накоплению информации является магнитный самописец режимов полета МСРП-1996. Параметры записываются на магнитную ленту последовательно по двум дорожкам в течение всего полета с непрерывным стиранием предыдущей записи таким образом, что на ленте остается информация последних 75 минут полета. МСРП-12 регистрирует 12 непрерывных и до 12 разовых команд. Автоматически записывает их в аналоговом режиме в виде интервалов между импульсами напряжений на магнитную ленту для сохранения информации о прилетных происшествиях и предпосылках к ним. С помощью декодирующего устройства магнитного самописца ДУМС информация переводится с магнитной ленты на фотобумагу. По номеру канала находится исследуемый параметр, который прослеживается до необходимого времени или события. Определяется линейная величина между калибровочными метками данного параметра, что принимается за 100%, после чего от нижних калибровочных меток измеряют линейную величину искомого параметра и переводят ее в процент от расстояния между калибровочными метками. Используя тарировочный график для данного конкретного датчика, переводит процентную величину в абсолютное значение параметра. Дальнейшей модификацией магнитного самописца является МСРП-64. Он регистрирует 48 непрерывных команд и 32 разовых команды в продолжении 30 часов полета в виде двоичного кода, что уменьшает его погрешности по сравнению с МСРП-12. Наземное декодирующее устройство НДУ выдает на одну ленту одновременно 8 непрерывных и 8 разовых команд. Для оценки всей информации необходимо точно совместить все 8 лент. Получение информации при этом способе занимает длительное время. Комплексом «Луч-74» осуществляется ускоренная обработка информации. Комплекс «Луч-74» ведет автоматизированную обработку информации, накопленной в полете бортовыми регистраторами типа МСРП, с учетом тарировочных данных датчиков, записанных на перфоленте конкретного самолета.
Оператор находит начало полета по данным информационного табло. Машина осуществляет пересчет кодов, записанных на магнитной ленте, в физические величины и выдает их в виде цифробуквенной информации или графика параметров на графопостроителе. По графику физических величин определяется выдерживание экипажем летно-эксплуатационных ограничений и работоспособность систем самолета в полете. Но объем такой информации, например, за 15 минут полета, очень велик. Для анализа этих данных человеком требуется время, во много раз превышающее время полета. Луч 74 позволяет при наличии разработанных для каждого типа самолетов программ производить экспресс-анализ полетной информации. При таком методе, помимо вычисления и документирования физических величин, производится их логическая обработка за время в 25 раз меньшее, чем реальное время полета. Если в полете произошел выход каких-либо параметров за установленную границу, машина зафиксирует это на бланке экспресс-анализа. С помощью экспресс-анализа за 10-15 минут можно проанализировать часовой полет. Для производства межполетного анализа в одной из войсковых частей ВВС разработан пульт прямой регистрации и выдачи в цифровых величинах основных взлетно-посадочных параметров. Пульт прямой индикации работает на принципе снятия и хранения информации с датчиков МСРП и выдачи этой информации в виде цифровых величин на пульт в кабине летчиков. Значение измеренных величин в любой момент может быть получено с помощью световых диодов на пульте контроля и использовано командирами для анализа и оценки полета. С помощью этих данных инструктор может оценить выдерживание обучаемым основных параметров полета и принять объективное решение на продолжение полетов обучаемым. Прослушивание записи магнитофона служит источником обширной информации о динамике работы экипажа, выполнении им поставленных задач и психологическом климате в полете. По записям составляются протоколы. Фотографирование захода по экрану РСП, основное средство для анализа важнейшего участка полета, захода и посадки. Применение даже простейших фотоаппаратов для съемки взлетов и посадок дает объективную информацию о скорости в момент отрыва и приземления по углу тангажа, о месте приземления по пикетам и о характеристике посадки по интенсивности дымления. Применение с этой целью видеомагнитофонов и кинокамер расширяет возможности контроля этих элементов
за счет фиксирования в динамике этих событий. При выполнении особо сложных полетных заданий применяется съемка с земли и в воздухе как с основного самолета, так и с самолета кинорегистратора. Расшифрованные данные объективного контроля каждого полета заносятся в журналы, а из них в карточки, предназначенные для накопления и анализа данных объективного контроля за полет и за определенный период для всех командиров экипажей. Для анализа выполнения полета, особенно группой самолетов по одному и тому же маршруту, большой эффективностью обладает использование доски объективного контроля, на которой выписываются все данные с карточек объективного контроля за конкретный полет всех летавших экипажей в эту смену. Порядок расположения экипажей на доске должен соответствовать фактической последовательности выполнения полета, а параметры номеров участков должны располагаться соответственно один под другим. Товарищи офицеры, товарищ подполковник, личный состав для разбора летно-тактического учения 1-й авиационной эскадрильи собран. Товарищ офицеры. Записи на доске объективного контроля позволяют командирам методом сравнительного анализа выявить отклонение от средненормальных величин у отдельных экипажей по сравнению с остальными, привлечь для их выяснения и конкретизации данных других средств объективного контроля, принять меры на месте по устранению этих ненормальностей. Одновременно
Командир полка проверяет или корректирует выставленные оценки, при необходимости комментирует их, разбирает причины отклонений, дает указания по их профилактике. Доска объективного контроля позволяет командиру достаточно полно и в короткие сроки оценить общий результат выполнения полетов частью в целом и каждым экипажем в отдельности. Товарищи, проведем разбор летно-тактического учения 1-й авиационной эскадрильи по данным объективного контроля. Начальник группы дешифрирования. Почему нет данных по выполнению объективного контроля по выполнению полета товарища Шелешко? Неисправен самописец К2-713. Об этом мы записали в журнал неисправности аппаратуры объективного контроля. Вы должны были использовать записи самописца К3-63, продешифрировать и доложить. Инженер по авиационному оборудованию. Выяснить неисправность, доложить мне и устранить. Есть. Штурман, разберитесь и доложите, почему на участках 2, 4, 6, 8, 10 у экипажей, летевших по одному маршруту, время отличается на 8-10 минут. Вот показано на доске. Очевидно, экипажи не своевременно переходят набор высоты и на снижение. Необходимо еще раз изучить с экипажами методику выполнения полетов в плотных боевых порядках. Используйте данные бортовых журналов, фотоснимки контроля пути, прослушивание магнитофонов. А также разберитесь, в чем причина того, что у экипажей, выполнявших полет на нижних эшелонах, прописаны верхние эшелоны. И наоборот. Инженер, дайте команду проверить и при необходимости оттарировать К2-713 с самолетов 69-го, 66-го, 61-го, 64-го. Понял. Капитан Сержантов. Я. Почему вы на шестом участке теряли высоту до 300 метров? Через 6 минут после занятия эшелона 9300, по указаниям РЦУВД, занял эшелон 9000. Затем через 5 минут занял эшелон 9300. По указанию РЦУВД это записано на магнитофон. Хорошо, садитесь. Товарищи Иваненко, Волков, Синицын, Канаев. Как объяснить, что все вы на втором этапе допускали скорость 550 км в час, что выше установленного ограничения? Я вас спрашиваю. Товарищ командир, по метеоусловиям вылет задержался. Вылетели поздно, время на полигон было задано. Пошли на пределе, да видно, не выдержали данной скорости. Правильно оформленная доска объективного контроля дает возможность командиру оперативно выявить отклонение при выполнении конкретного задания, а соревнующимся экипажам наглядно оценить качество выполнения полетных заданий, что значительно повышает действенность социалистического соревнования за счет обеспечения гласности и наглядности. Правильно организованный и налаженный объективный контроль полетов – непременное условие выполнения важнейшей государственной задачи – летать без летных происшествий и предпосылок к ним.